Спасибо, Артём. Как мы их, а? Да пожалуйста. Один за всех и все за одного, как да, раскидали мы этих нацев, конечно, вообще легко. Стал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Слушай, мне кажется, это не странно, потому что через эти катакомбы люди вообще нормальные не ходят. Они просто боятся сюда ходить. Черт! Так, да какой черт? Это обычная кикимора какая-то. Андрюха! Пятый на связь! Тушите там свет в тоннеле! Считай, они покойники! Есть! Вот суки! Покойники? С чего бы это? Поглядим еще, кто из нас покойник. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Меня подожди, пахан. Паха. Не нравится мне этот туннель. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктор. Одних пуль тут будет мало, но раз эта сволочь света боится, его и применим. Включай фонарь и не вздумай вырубать ни на секунду. Да знаю, я знаю, Паш. Я уже как бы мир спасал однажды. Я вижу, ты хоть и прошаренный, но я и без тебя могу справиться. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Ой, фу. Погоди-ка, сквозняком тянет. Значит, есть выход. О, закрыто, что ли? Черт. Артём, помоги открыть. Ща, погоди, где-то ключ должен быть. А, ладно, хер с ним. Ну, давай полазим по говну, раз ты хочешь. Нажимайте Е. Ну что там, нормально? А паутины-то шагу не ступить. Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное их не разбудить. Черт! Они уже близко! Постой, Артём, не торопись. Теперь да, я и не тороплюсь. Давайте будем слушать тут Павла. Тут вроде чисто. Пошли! Блин, мне бы сейчас огнеметик. Шахта! Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Давай, нажимай уже. Да ладно, работает. Ничего себе. Чисто. Прошу, покатаемся. Ну, поехали. Так, пока вроде все нормально. Пауки нас не беспокоят. Только мне не нравится, как лифт шатается. Какого? Что с ним? Почему встал? Ну, ты видел, сколько здесь говна всякого? Тяжело идет, слушайте. Мне кажется, за паутины. Может, сверху что-то? Это хранитель, что ли? Черт! Ну, давай! Я тоже не знаю, за чего он встал. Услышали нас, суки! Блин, а это хреново. Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? Вот дерьмо, пускай вниз ползут, хрен с ними. Сука, пошел нахрен! Иди в жопу, тварь! Надо фонариками в харю светить. Да знаю я. Их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернуться. Паша, ты походу у нас немножко того. Куришь что-то. Айда за мной! Ох ты, сука! Ты, я чуть не обосрался, мать вашу! На, тварь, сука, на! Так-то, мрррр!
Мразь! Спасибо! Один за всех! И все за одного! Боярский бы оценил эту игру. Так, сюда! Погоди, погоди, слушай, тут у нас лут. Высоковато. Ну давай, прыгай уже. Их! Не дрейф, Артём, прыгай! Двинули! Так, это мне первое метро напоминает. Когда мы с кем там? С Ханом, по-моему, да? Лазили. Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться! Нормально, сгодится! Так, штуки! Назад! Так, одна упала. Артём, давай сюда, подсоби! Пошла нахрен, сука, тварь. Револьвер. Да давай, что тебе подсобить-то? Тут ты видишь. А, куда? Он делся паук-то. What the fuck? Как это вообще? Через текстуры. Ну ладно, пофиг. Рукав Паша. Так, и ты у нас теперь стал олимпийским чемпионом по метанию копья. Ничего себе он. Каскадер. Да ты в цирке работал. Айда за мной! Вагон! Может уже быстрее пойдем, слушай. Такие следы на вагоне страшные. Воу, упал вниз. Так. Нифига себе тут кто-то расцарапал. Паша. Как пузо покажешь, сразу пулю туда! Давай уже, они упали вниз, все. Давай, я подсажу! Ой, говно опять там. Блин, надеюсь, что-нибудь. Они внутри! Мутант. Вот, Артём, сука! Руку. Давай, залази, пахан, прямо в Call of Duty. Так, командная работа, ребята. Ноги в руки. Одному здесь не выжить. Просто не выжить. Сюда! Вау, вот это вот паучиха. Готов? Пошли! Это, наверное, ихняя матка. Артём, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Все, отлично. Что, твари, не нравится? Но здесь они нас не тронут. Не, ну так-то да. Свет это всегда хорошо. И в этот раз он спас нас. Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганим! Раз, два, три, ёлочка, Гэри! Ладно, двинули! Вот так эпично, с фонарь... не с фонариком, с факелом и револьвером идет. Классно. Жги все это. Ненавижу пауков после метро. Так, неужели это еще не конец? Артём, не отходи от меня! Так, они должны бояться, суки. Но со спины лучше прикрывать. Ох, как хорошо горит. Гони этих, сук. Отвали! Так, по-быстрому залутались и идем дальше. Артём, не туши фонарь! Они к тебе сразу сбегутся! Пошел нахер, сука! Да ты шутишь, что ли? На-на-на-на-на-на-на-на-на! Что? Нравится? Сучара. Хорошо. Тихо, пахан. Куда ты без меня?
Чёрта с два! Тут электрозамок! Провода вон туда ведут! Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Ладно, погнали, по фасту сделаем. Вот дерьмо заперто, придется обходить. Вау, у меня аж мурашки по коже от всего этого говна. Сука. Ах вы суки, выбежали. А, чё, давай. Лазь, говно. Сгоняем бесов. Ты тоже давай, сука. А, ты ещё кусаться вздумал, да? Изгоняем бесов. О, матка вылезла. Сука. Ёб твою мать, мразиши. Нахер. Ай, как хорошо. Как хорошо! Суки, нет. По пузу. Так, еще один прокачанный паук. Паук 80 уровня. Что, сука, понравилось тебе? Все! Жара, так. Оп. Здесь мы лучше включим. Давайте вот так вот сделаем. Так, и меня покоцали, видите. Так. Не будем торопиться. Ой, начинается, ну ёб твою мать. О, говно повылазило. Фу, блядь, сейчас блювану. Суки. Так, ладно, вот он, генератор, походу. Так, ага. Включаем, мы же электрики. Ну и... Вот он. Короткий путь. О, талант не пробьешь, молочага. Готов? Первый пошел. За мной! Слушайте, отлично прошел. И это следующая глава — путь через свет. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Что ж, ребята, путь через свет будет в следующем выпуске. Спасибо, что смотрели этот. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, просто наигрался я уже в метро. Вот, хочется передохнуть. И пауки эти мерзкие, суки, пауки. Не могу я с ними играть. Твари паршивые. Ладно, давайте, в общем, увидимся в следующем выпуске. Ставьте лайки, подписывайтесь, в описании есть ссылочка на все выпуски, смотрите, если вы что-то пропустили. А вот, что еще надо бы мне сказать. Ну и все, давайте удачи, увидимся совсем скоро. Всем пока.